Ну что ж, а я в своих руках держу уже следующий наш лот. Он очень нежный, он очень аккуратный, но при этом не банальный, скажем так. То есть достаточно традиционное сочетание. Позолота, светлый, белый, фианит. Но как все это собрано, как все это оформлено? Вы тоже, как и я, любите такие вот необычно оформленные изделия? Тогда серьги Мелисса вам понравятся. Их цена 990 рублей. А помните это колечко? Сколько оно у нас стоит? Оно стоит всего лишь 890 рублей. Вот такая вот композиция вам обойдется, милые женщины, менее чем в 1900 рублей. Вот так предложение. Да, действительно, с одной стороны, очень классическая форма. Именно в таком дизайне выполняют золотые серьги с бриллиантами. Посмотрите, как здесь великолепно переливаются эти роскошные фианиты. Фианит, как-никак, это младший брат бриллианта. Он такой же великолепный, блистательный, но только гораздо более доступный. Учитывая сейчас положение и в стране, и на мировых аренах, сложно, конечно, покупать золото. Это очень дорого. Рубль у нас падает, обесценивается. Но уж поверьте, вот эти серьги вы можете себе позволить. Смотрите, какие великолепные блики, радужные переливы. Так называемый эффект светорассеивания. Кстати, этот показатель у фианита и алмаза идентичен. Там разница 0,005 глазом абсолютно незаметная. То есть даже профессионал не сможет на взгляд без специального прибора отличить фианит от алмаза. Посмотрите, почти 2,5 грамма вес этих сережек. И мне, безусловно, очень с самого начала дороги, скажем так, эти серьги. Связано это с тем, что имя Мелисса мне безумно импонирует. Знаете, если Бог пошлет дочку, обязательно назову ее именно этим именем. Кстати, раз уж мы заговорили о дочках, мне кажется, что вот как раз-таки даже с подросткового возраста девочкам можно дарить такие сережки. Так что, дорогие мамочки, задумайтесь. Возможно, вы своей дочке или племяннице, если пока что своей дочурки нет. А может быть, вы бабушкой своей внучки ищете подарок. Это великолепное предложение. Посмотрите, какие они изящные, очень аккуратные. С одной стороны, здесь традиционное сочетание позолоты с фианитом. С другой стороны, посмотрите, какая у них фронтальная ножка, плотная, видите, вот я об этом говорю, она похожа даже на такой вот рожок. Здесь есть своя изюминка, есть что-то свое необычное. Если сережки вам понравились, если ваше сердце в них влюбилось, делайте свой заказ прямо сейчас. Великолепные переливы, конечно же. А здесь у нас, между прочим, фианит с так называемой бриллиантовой огранки. Так называется круглая форма. И, кстати, в Европе под бриллиантом подразумевают алмаз ограненный только в круглую форму. Все остальное алмаз овальной огранки, алмаз в форме треугольника, в форме, допустим, огранки. Маркиз, но круглый это только бриллиант, только он. Посмотрите на эти переливы. Ну, конечно же, глядя на такое изделие, не задаешься вопросом позолота, серебро, фианит, алмаз. Оно выглядит очень достойно и смотрится как золото с алмазом, с бриллиантом, а стоит как серебро, всего лишь 990 рублей. Делайте правильный выбор, милые женщины, поторопитесь и прямо сейчас заказывайте это великолепное изделие.